пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега. Днем 0+2 градуса, ночью подморозит 3-5 ниже 0. Ветер сменится на западный, усилится 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, в дневное время 2 градуса тепла, ночью минус 5. Ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно и без осадков, днем +2, ночью 4 ниже 0, западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре облачно, утром возможен небольшой снег, днем +1 градус, ночью минус 5. Ветер западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 71%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.